Так, внимание, вот у нас сегодня особенный день, у нас учитель по обмену будет сегодня. Это, Джейк, поздоровайтесь. Там, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, все, он вас будет тренировать. Я, Арстан, жабайланбай жүр, түсінбай, яд болмасын. Давай, Джаке, вперед, урок. You're doing там. Джаке, this is my friend. Ерсон Курманжанович. Джаке, ой, это. За границей неген, да. Джеки, молодец. Что-то там тренирует. Американский всем он не дает. Мне такую зарплату давали, я бы тоже тренировал твою мать. Джеки, твои, да? Мои, да? Что случилось? Знаешь, что эти двое за школы делали, а? Что они? Не да было. Вы чё, вы чё, ёлки-палки, вы чё, мозги есть? Блин, асал, ты же обувь ещё не надел, я в обуви просто. Подай телефон, там лежит, пожалуйста. Где? Вот-вот, в спальне. А тебе сообщение пришло. Всё. Блин, братан, ты же обувь пока не надел же этот. Можешь там в этом посуду помыть? Как его? Я не домыл просто эту. Посуду? Поел же. Блин, братан, этот, как его, ты обувь пока не надевай, я, блин, забыл этот, там, файл один отправить должен. Ты сейчас серьезно, что ли? Да, отправь, пожалуйста, братан, я в обуви, просто неудобно. Так. Там ноутбук, да. А все, братан, я обулся. Обулся? Все, можно. А, все, да. Пойдем. Сейчас, подожди, блин, братан, я телефон в комнате, кажется, забыл. Телефон оставил? Да. И ничего, в обуви заходи, иди, ничего страшного. Ага. Заряд захвати еще. Можно мне стейк и бургер с двойной котлетой? А мне водички, я надеюсь. Да ты че? Блин, капец прикольно. Я вот сколько ем, прикинь, вообще не толстею. Капец прикольно. Капец, вчера жестко потусили, да? Башка раскалывается. Ты че, живой там? Конечно. Ладно, я на работу. Ты тебе че, нет похмелья? Никогда не было. А помнишь, мы же в одном универе учились. Тебя еще с первого курса отчислили, помнишь? Да, да, да. А сейчас работаю, прикинь, без диплома взяли. Да, в месяц 700 тысяч зарабатываю. Еще левый сколько мучу? Прикинь? Ты еще и высокий. Смотри, я вот этот ТикТок вообще не понимаю. Ну так тебе сколько лет? 38. Молодо выгляжу, да? Это гены. Да ты заеб... Девушка, я слышал, у вас там со шкафом проблемы. Где может это починить, забить нам пару гвоздей, ты гендина? О, ты взлетел, прикинь. Ты горил, Бэтмен, мышь. По идее, Супермен, гусяра, он... Че там, как ты, брат, как дела? Нормально, нормально, че, сам как? Че, женщину, кошку видел, нет? Бля, че за суета? Че случилось? Бля, Локи опять наебал, задолбанно. Молодой человек, без маски нельзя. А, все хорошо. Ой, ё, перепутал. Сейчас, сейчас у меня. Интересно, это Баха, жесть Баха. Баха же развелся со своей женой. Да. Знаешь, из-за чего? Жена звонит, короче, ему, а он трубку не взял. Из-за этого все, развод туда-сюда, прикинь. Конечно, блин, когда он брал жену, без понятия взял все. Да, жена с понятиями должна быть, брат. Вот у меня жена, да? Она звонит, да, допустим, там пару раз. Трубку не взял, значит, все на работе не трогает. Эй, у моей жены понятие вообще лучше. Она ко мне звонит, да? Один гудок такой. Проходит, если я не поднял, все, я занят. Не добиться ко мне. Ну, вообще, у меня жена, да, честно, понятие сильнее. Вот когда я ей звоню, если у нее даже сотовый телефон отключен, да? Все равно возьмет трубку, прикинь. Эй, да? Моя жена вообще тигр по понятиям, понимаешь? Я к ней домой звоню на городской. Она отвечает, понимаешь, на городской. Нифига себе, на городской? Не, подожди, у тебя же нет городского. В том-то дело, брат, в том-то дело, брат. Да, нафиг, нифига себе. Бескать, деньги лет не держу! Вот у моего соседа BMW же есть, дорогой костюм. У меня до сих пор Жигули, у меня в футболке хожу до сих пор я. А? Вот почему у него получается, у меня нет. Несправедливо вот это. Куравна, ненавижу его, жесть. Привет, завистник. Привет. Следующий. На работе вот у Азамат парень есть, да? Он уже чуть ли не там директор, а у меня не получается, жесть. Это из-за него не получается, ненавижу, когда ломаем, жесть. Привет, зависи. Следующий. А я никому не завидую, не знаю. У меня все нормально, все хорошо. Вот видите, он никому не завидует, у него все хорошо. Курамушлох, это плохо.
Ну, вы, наверное, кому-нибудь завидовали хоть раз в жизни? Нет, никогда не завидовал. Один раз завидовал же ты? Было один раз, было, да. Я пальто купил, кажется, за 200 тысяч тенге. А мой сосед, прикинь, потом взял это пальто за 50 тысяч тенге. Вот тогда я в натуре завидовал его, сильно завидовал. Так, вы не завистник, вы лох. Клуб анонимных лохов вон в том кабинете. Извините. Лох, лошару. Ты завистник, я. В эфире Стар Ньюс. Самые горячие новости за эту неделю. В Восточно-Казахстанской области продают остров. Вот интересно, через Каспий в рассрочку замутить можно, а? Наш соотечественник из Павлодара Иманбек номинирован на Грэмми. Вот молодец, красавчик парень. А? Без всяких родственников, агашек и прочей нечисти. Это вам не деревья тихаря пили. А вот вырубленные деревья у Сулпака, оказывается, занесены в Красную книгу. И общая сумма составляет 900 тысяч тенге. Он екінші айфонның бағасы дейсің ғой. Примерно. 1.5 миллиарда евро возьмет Казахстан на борьбу с коронавирусом. На евро перешли. Ясно. Я бы даже сказал, понятно. Ыстық Ньюс. Только горячие новости. Арнат Утепбергенов. Ақжол Сайранқанов. И серьезно, на костюм дайын алдым дейсін? Бағасы қанша екен? Базардан алған соң ғой, чисто. Че, хочешь попробовать? А че? Сало, а че ты не ложишься? А че? Че-то холодно, блин. Че, может, домой зайдем? А че? Че, ты кушать хочешь? А че? Сало, че там долго еще будет? А че? Нет, а я главное ему говорю же. Ту, блин, ты сегодня зубы чистил, а? А чё? Эй, короче, маску надень. А чё? Мерш, чё делаешь? А? Расчёты делаю. Чё за расчёты? Да, приколись. Мы в 2025 году сможем так, как Дубай. Оказывается, всего лишь надо построить 300 домов таких, да? Ламборджини 100 штук купить, Феррари 100 штук. И всё, мы Дубай. 2025 год, смотрите, расчет у меня. Ну-ка, покажи. А что там у тебя с расчетами? Ага, 300 домов, 100 Феррари, 100 же. Ну да, в принципе, через 5 лет можем в Дубае встать. Да, вот видишь, а, подожди, у тебя ошибка здесь? Где? Смотри, ты же коррупцию не учел. А, коррупцию, да. Да, пересчитывать надо. Не, ну если коррупцию добавим, тогда, ну, 2125 год тогда. Ну, не факт еще, не знаю. О, я думаю, я через 5 лет в Дубае встанет. Вылез алмадом, да?